У беларуска-расійскім універсітэце ўручылі пасведчанне аб заканчэнні партыйнай школы Магілёўскага абласнога аддзялення беларускай партыі «Белая Русь». 25 прадстаўнікоў партыі прайшлі тыднёвае навучанне і павысілі сваю кваліфікацыю. У план лекции навучания у партийной школе, якая прошла на базе Белорусско-Российского университета, выходили актуальные и цікавые для громадства темы. У приватности яны тычились конституционных основ идеологии белорусской державы и международного сотрудничества. У листопаде плануется продолжить гэтые занятки. Удосканальвать веды будут лидеры районных отделений у партии. Я убежден, что это позволит еще более сплотить наши партийные ряды, развить нашу политическую партию и, самое важное, сделать все необходимое для укрепления гражданского согласия в нашем белорусском обществе. А тем более это крайне необходимо в предстоящей электоральной кампании.